Анонс и точная дата выхода 65-й серии турецкого сериала «Ветреный». 65-я серия сериала выйдет в эфир 28 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, что когда Рейян рассказала Мирану о том, что после родов она умрет, то для него это стало большим потрясением. Рейян решила устроить сюрприз для Мирана, и она хочет отпраздновать вместе с ним его день рождения. Она давала ему обещание, что бы ни случилось, они обязательно отметят этот праздник. Миран не понимает, почему она хочет сделать это сейчас, ведь до его дня рождения еще далеко. Рейян очень переживает, что когда наступит этот день, то ее уже не будет рядом. Миран находится на грани отчаяния, и в этот сложный жизненный период он решает отправиться к своей бабушке Азизе. Он помнит прекрасно те слова, которые говорила ему бабушка, когда он был еще совсем маленьким. Азизе говорила Мирану, что в любой момент и ситуации, когда Миран сильно напуган и чего-то боится, он должен прийти к ней. Только рядом с ней смогут пройти все страхи Мирана. Сейчас в его жизни наступил именно такой момент. Азизе была очень рада видеть Мирана, и она крепко обняла его. Миран хочет, чтобы это все прошло как раньше, ведь он оказался в настоящем аду. Он не сможет жить без своей любимой Рейян. Если ее не станет в этом мире, то и жизнь Мирана также закончится. Напомним, 65-я серия сериала выйдет в эфир 28 марта. Если вам нравится сериал, ждите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.